Всем привет! В этом видео хотел бы рассказать, как включить счетчик FPS. Делается это на MIUI 12. Возможно, это было и на MIUI 11 и раньше, но я об этом узнал только сейчас. Спасибо моим зрителям за подсказку. Для того, чтобы включить, заходим в настройки. И обязательно нужно быть разработчиком. А для этого нужно зайти в телефон, о телефоне. И вот где версия MIUI, много-много-много раз понажимать. И там появится: вы уже стали разработчиком. Там поздравляем. После этого возвращаемся, и вот здесь внизу есть расширенные настройки. Заходим сюда. Вот здесь в расширенных настройках есть внизу для разработчиков. Заходим сюда, и вот здесь опускаемся до частота обновлений. И вот здесь нажимаем и видим, что теперь 60 герц показывает, да, 60 кадров в секунду или 60 герц, ну неважно. Собственно, давайте вернемся назад, и вот здесь я выберу, например, не 60 герц, а 90 герц, и вот видно, что частота поменялась. Спасибо всем за внимание и спасибо огромное моим зрителям, что они подсказали, как эту опцию можно включить для того, чтобы можно было в общем-то демонстрировать, да, какая сейчас частота экрана и показывать, как она в разных приложениях, в разных программах отображается, чтобы увидеть, поддерживается ли эта частота, например, в каких-то конкретных играх или нет.